среду, 21 сентября, было оглашено решение Федеральной резервной системы США, касающееся решения по ключевой процентной ставке. Как и ожидало большинство аналитиков, ФРС сохранила значение ставки на уровне 0,5%. Спустя полчаса после оглашения этого решения выступила глава Федрезерва Джанет Йеллен, которая в своей речи журналистам пояснила причины сохранения учетной ставки на прежнем уровне. «Мы посчитали, что аргументы в пользу повышения усилились, но на данный момент решили подождать новых свидетельств прогресса в движении к нашим целям», заявила Йеллен на пресс-конференции в Вашингтоне. Глава регулятора уточнила, что решение ФРС не говорит об отсутствии уверенности в экономике и выразила надежду, что условия на рынке труда США продолжат улучшаться. Целью Федеральной резервной системы остается повышение уровня инфляции до уровня 2%. По заявлениям Джанет Йеллен, большинство членов комитета ФРС по открытым рынкам ожидает одного повышения ставки до конца года. Это будет возможным, если Федрезерв продолжит двигаться тем же курсом, а рынкам не будут грозить новые риски. Учитывая фундаментальные факторы, мы прогнозируем ослабление американской валюты в ближайшей перспективе. Мы продолжаем следить за экономической статистикой США, ожидая укрепления доллара в среднесрочной перспективе.